Всем привет! И совсем недавно вышло новое обновление для Bimenji Drive версии 0.4.3.0. Да, точно, вот такая вот версия. Разработчики кучу написали в блоге, там просто миллион каких-то извинений, но давайте посмотрим самые важные. Во-первых, вот эту карту переработали. Ну, вроде вот эту, если я ничего не перепутал, да, вроде вот эту переработали. Я, насколько понимаю, теперь она визуально выглядит иначе. Ну или просто после обновления настройки графики у меня сбились. Игра, надо сказать, что стала постабильнее, и FPS теперь показывает реально больше. Если раньше их было меньше, то теперь больше, все просто. Повреждения. Они говорят, что изменились и повреждения в том числе. Ну, вроде как немного физику поменяли. Сложно сказать, так это или нет. Но вот сами посмотрите. Например, я попробовал чуть на грузовике прокатиться, и мне показалось, что действительно что-то они поменяли. Ну вот, мне кажется, что здесь тоже вот как-то иначе пошел удар, не как обычно, да, то есть обычно он точечно как-то идет, а вот здесь вся машина помялась от небольшого, в принципе, удара на маленькой скорости. Дверь вот так отвалилась. Плюс пишут, что повреждение крыши, там что-то со стойками они сделали. Так, он даже что-то туда отлетело. Ну-ка, если я еще разок попробую, сейчас просто улечу вниз и посмотрим, что получится. Так, так, так. Ну-ка. Вот, с крыши, что они тоже там сделали, но я конкретно не понял, что сделали. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, крыша как мялась, так и мнется. Но, может быть, чуть сильнее сейчас она мяться стала. Я не знаю насчет этого. Так, ладно, с этим понятно. Графика, физика, оптимизация. Это пипец как круто. И это уже тянет на полное такое обновление, хорошее, качественное. Но нет. Они добавили еще и машин. Ну, вернее, одну машину новую. Так, сейчас откроется. Вот такую вот они машину добавили. Дофига просто разных интерпретаций. Может, я что не знаю, может, она была уже, эта машина. Но они пишут, что новая эта машина полностью. Вот. И меня очень порадовало вот такие вот версии. Типа, смотрите, дрэг. Вот такая вот затюненная. Ну и в целом машина очень приятно выглядит. Сейчас какую-нибудь выберем и поразбиваем ее немножко. Вот это вообще крутяк смотрится. И вот это тоже. И дрэговая. Блин, они все крутые очень. Давайте дрэговую попробуем. Так. Ох, черт, нет. Ну только не это. Посмотрите на это дерьмище. Задние колеса просто все вот в этой вот нон-текстура. Ну, я не знаю. Но вот это просто портит, конечно, всю картину. Если у кого-то все нормально, вот вы установили новое обновление, и у вас все нормально, то обязательно в комментариях напишите. Может быть, у меня с драйверами какая-то проблема. Так, ну что, попробуем? Сейчас попробую с ручник... Черт, ручник не держит. Ну, смотрите, она почти на задние колеса встает. О! Машина очень быстрая, смотрите. Передние, ну реально это дрэгстер, прям передние узкие-узкие колеса, а задние, смотрите. Ну почти встает на задние колеса. Ну-ка, ну-ка, сейчас мы тебя... Сейчас мы тебя ушатаем. Так, ну насчет бампера очень спорно получилось, а так повреждения очень крутые даже. Надо еще разик. Ну просто пуля, а не машина, вообще пуляет нереально. Черт, только не в дерево! Ну да, да, конечно, да, послушалась она тебя и не в дерево. Размотала капитально. Смотрите, передок оторвался как. Ну, я не знаю, с повреждениями точно что-то сделали. Возможно... А, слушайте, там написано что-то про количество деталей. Возможно, они сделали вот это именно детали все, чтобы они отрывались теперь. Если так, это очень круто. Это же добавит просто невероятное количество реализма. И можно теперь отрывать там крылья... И прочее, прочее, ну-ка. Вы видели, да, оторвалось колесо, крыло. Но бампер вот этот непонятно как разбивается. Ну, очень круто, кстати. Так, а салон? Салон у машины есть? Да, салон у машины есть. И очень неплохой, кстати, салон. Стрелки куда-то у нас сдвинулись. А вот здесь все нормально. Блин, ну жесть, машина просто ракета какая-то. Ну и она, в принципе, даже едет. Ну, почти. Можно ее как-то контролировать. Я так испугался этого желтого нечто.
Ты просто врезался в дерево. Так, ну-ка, вернись, где ты? Во, все. Нет, смотрите, точно физику переработали. Посмотрите, что тут в мясо просто вообще в месиво ее разбило. Да. Это круто. Это реально круто. Также, что они еще сделали? Ну-ка, а у других версий этой машины есть проблемы такие же с колесами или нет? Сейчас посмотрим. Ну вот здесь вроде как другие колеса или... Так, а это черная, да? Ну давайте такую попробуем. Может быть нормально все будет с колесами? Ну да, с дисками. В общем, хром как-то нестабильно работает, потому что здесь, смотрите, без проблем. Машина очень красивая, кстати. Спереди, по крайней мере. О, жесть, она шлифует как. И посмотрите, там мост проработанный. Вы видите, что она делает, а? Бёрнаут, ребятки, это бёрнаут. И пош... А чё ж ты сразу не поехала-то, а? Нет, нельзя, короче, сразу поехать, а очень жаль. Чёрт, её заносит так сильно. Именно вот эту версию, видимо, из-за того, что задние колёса узковаты. Ну, я не знаю, мне лично очень нравится машина. Прикольная вообще прям. Так, ну, хорошо. Еще они добавили... Ну, что-то типа тюнинга, вот, ну, как это написано, да, типа тюнинг. А, так, так, так. Вот сюда, что ли, они его добавили, этот тюнинг. Сейчас попробуем посмотреть. В общем, они пишут, что добавили какие-то диски новые, что-то там вот, что-то в таком формате. А зачем я новую-то сделал, а? Так, а диски у нас где были? Вот здесь, кажется. Так, 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 диски, 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 диски. Где диски-то у нас? Ну-ка, диски, где диски? Так, это подвеска. Ну, может быть, в подвеске будут диски, да? Да, вот. Есть диски у нас, и можно их поменять. По-моему, так же, я не знаю. А почему у нас спереди они поменялись? Ну, что-то я как-то не знаю. По-моему, все то же самое. Ну, написано там, что добавилась куча просто новых колес. Но я лично их не вижу, этих кучу новых колес. Так, ну что, попробуем здесь еще физику. Тоже сейчас расколошматю ее чуть-чуть. И потом проверим с вами два новых или три. 100% физика поменялась. Ну, смотрите, как машину. Легенький удар был, ее всю просто повело. Но не было такого раньше. Но мне кажется. Мне кажется, не было. Ну, хватит. Да хватит тут дрифтом этим заниматься. Ну что ты? Заносят нереально. Просто нереально вообще заносят. Я пытаюсь ехать. Ну, насколько могу, настолько пытаюсь ехать прямо, но вообще не получается. Ну-ка. О, чуть-чуть. Авария небольшая. Ну что, зацепились опять, да? Да, опять машины цепляются, но с этим ничего не сделаешь, ладно. А, еще они добавили, знаете, что добавили? Сейчас я найду эту штуку. Вот, стену они такую добавили. Вообще написано, что еще есть одна стена. Но вот такая она и раньше была, я не знаю, может быть, типа эту добавили. Хотя вряд ли. Вряд ли. Но вот эта стена вроде как новая. Так, мы ее сейчас вот так вот отреспауним. Посмотрите, они осыпаются, как бы, ну, прикольно тоже, да? Так, и теперь... Ну, попробую, вот сейчас я задом вот так вот въехать немножко. Все это дело рассыпается, но если на скорости едешь, то она как бы, ну, нормально все рассыпается, не так легко. Но хотя все равно кирпичи эти выглядят очень легкими какими-то. И вот то, что они застряли тут в капоте, ну, это вообще как-то, ну, не знаю, смешно. Но в целом, разработчики молодцы, они работают над игрой, пытаются как-то ее постоянно довести, доработать, и это реально круто. Так, ну что, самое время сейчас проверить у нас сценарии, новые сценарии. Так, 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 вот этот вот, исследовать остров, типа я, насколько понимаю, тур по острову. Но мы его не будем проходить, но тур по острову, это просто прокатиться, наверное, не особо интересно. Так, где у нас еще новое? Новое. Вот у нас новое.
Что это сделать нужно, я пока не до конца понимаю. И еще какой-то был новый. Так. Что за новый-то? И вот еще. Ну, типа, полицейская погоня, насколько я понимаю. Ну что, разбивать тачку или полицейская погоня? Наверное, сейчас я разобью просто машину. А в следующем видео, которое выйдет примерно где-то через день, ну или там через два, там уже будет, вот я посмотрю вот эту второй сценарий, вторую миссию, где надо будет на коповской тачке, скорее всего, догонять. А может быть и уезжать. Тоже интересно. Такая небольшая интрига. Так, смотрим. Дается 2 минуты на то, чтобы разбить его, правильно? Насколько я понял, да, надо разбить. Ну и что, стой. А как его разбить? Вот, сейчас я его вообще... Какие 2 минуты? Сейчас я его... А, подождите, чекпоинт. А зачем чекпоинт это, если я вот сразу разобью сейчас? 3%. О, ничего себе, смотрите, в процентах, я понял. Давайте переиграем тогда. Так, что случилось? Что произошло? Почему все потемнело? Черт. Черт, что это? Мне страшно. А, нет, все нормально. Так, ну смотрите. В общем, дается... А, нет, я думал, что дается определенное время. Значит, мне надо ехать за ним и потихонечку его разбивать, так что ли, получается? И на это, на все, у меня есть 2 минуты. Или если я его быстренько расшибу, возможно... Ах ты, кусок говна, куда ж ты? Стоять, стоять! Или что там с ним? Уезжает, да? А, нет, вот он. Что-то он как-то забуксовал немного. Но мне надо разогнаться. Куда он вообще едет? Что он творит? Короче, я так понимаю, что нет тут никакого второго чекпоинта. Надо просто его надо разломать и все. Но пока, мне кажется, моя машина больше ломается, чем его. 1% дамаг. Как 1%? Это что такое? Не может быть 1%, но вообще никак. И... Ну да, конечно, да. Мы просто сцепились. Так. Ну и что? Что мне теперь делать? Что мне делать в этой ситуации, если никаких повреждений нет? А вот все, отлично, мы отсоединились, все круто. О, черт, зачем я нажал? Блин. Я вместо того, чтобы камеру поменять, случайно на R нажал, и все, короче, установилось. Ну ладно. Сейчас я поеду просто за ним и буду его потихонечку так таранить. Как-нибудь, возможно, куда-нибудь смогу его скинуть. Так. Давай, давай, поехали. Ну, смотрите, он нехило так валит. Я боюсь, что в следующем каком-нибудь таком повороте подобном он просто затормозит, и я ничего не смогу ему сделать. Да ты что делаешь-то? Ты что такой быстрый? Ну-ка, стой! Не, ну эти деревья просто убивают меня, эти оранжевые осенние деревья. Реально, ребят, у кого нету такой проблемы, напишите мне. Возможно, у меня проблема с драйверами. Блин, да что ж тебя заносит как? И, кстати, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Все-таки же обновление снимаю, ну. Так. Вообще не могу догнать его. Вообще никак. Да ты что ж делаешь-то, а? Да. Крутяк. Это крутяк просто. Ну что? Надо, в общем, как я понимаю, надо как-то подрезать его, что ли. Вот что-то такое надо с ним делать. Но, с другой стороны, почему 2 чекпоинта? Жесть, какая непонятная эта миссия. Давай, давай, погнали, погнали. Ну точно его надо разрушить. Дестрой же написано. Не просто же так дестрой пишут, правильно? Так, а если мне быстро машину поменять, то так вот четырить можно, нет? А, куда, куда? Поехали прямо. Да ты что ж делаешь-то, а? Эх ты.
кусок джипа. Ну все, и он ушел просто. Просто ушел. Никого и не разрушил. Ох. Ну, давай быстрее грузись, скорее, прям сил никаких нет. Надо его быстренько сейчас вот раздамажить прямо. Так, ну что. 3, 2, 1. На старт, внимание, марш, поехали. Прям сразу тогда начну. Так, ну что-то нет повреждений, я же дамажу его, а чё? Или движок у него должен сломаться, в чем проблема-то? Эх, чуть-чуть скорости мне не хватает, а? Сейчас посмотрим, будет? Он же остановится сейчас, да? Или нет? Нет, смотрите, он должен был тормозить, а он не стал тормозить. Вот здесь он где-то будет сейчас тормозить, и я его как сейчас бортану? Или не бортану? Давай тормози уже, ты чё? Скорость пипец. 155, 160. 167. 170 уже, он не тормозит. Да чтоб тебя, ты чё творишь? Ну все, ребят, ну... Он просто сраный хитрец. Что с ним сделаешь? О, черт, просто смотрите, что творит, а? Обманул. Обманул. Неужели они настолько там искусственный интеллект этот умный подтянули, что он вот так берет, просто такие вещи вытворяет. Фух. Хорошо, а? Хорошо, теперь я знаю, на что он способен. Сейчас я буду прям аккуратно за ним. Ну, а если сразу вот со старта его бортовать, как я пробовал до этого, ну что-то не то получается. Я не наношу ему урона совсем. Так, стоять, стоять. Да иди сюда, ты чё? Так, ну это какое-то толкалово просто началось. Если только его куда-нибудь затолкать и просто дамажить по нему. Вот, вот что-то типа того. Но смотрите, никакого урона ему не считают, а у меня всего лишь 2 минуты, чтобы его растолкать. Блин, ну это несерьезно вообще. Просто несерьезно. Мне кажется, я дико туплю, да? Наверное, все гораздо проще, а я тут просто вообще туплю нереально. Так. Ну а где повреждение? Че повреждение ему не засчитывает? Ну я же дамажу по нему. Ну что это такое? Где справедливость? Так, ну вот, смотрите. По-моему, неплохая позиция. И мне кажется, он не может выехать. А я сейчас воспользуюсь им. О, 35 уже, смотрите, неплохо. 35 это совсем неплохо. О, 69. Давай, давай, выезжай, дружище. Сейчас мы его тут размотаем. Давай, давай, давай. 85, есть. Фу-ху-ху-ху. Ну, прикольно. Ну, на самом деле, вот так не прикольно делать. Но я тут, типа, нашел выход такой. Вообще, насколько я понимаю, надо за ним просто ехать и там периодически его как-то подрезать, там так-сяк, ну, чтобы он сам врезался там или в деревья, или во что-то, но это сделать реально сложно. Плюс, когда я вписывался в него в зад со всей силы, вроде как дамага-то сильно много и не считали. Так, ну что, все? А, можно дальше просто ехать здесь, понятно. Ну, в общем, вот такое вот обновление... Так. Хватит там уже ехать-то, ну хватит. Поставлю грузиться просто, чтобы не шумело. В общем, вот такое вот обновление. Следующий сценарий из этого обновления будет, наверное, да, я как уже сказал, в следующем выпуске BeamNG Drive. Это примерно будет через день или через два. И все. На этом все. Спасибо за внимание и пока!